Почти 2 килограмма смертоносного зелья не дошло до десногорцев в 2018 году благодаря работе наркополицейских. Запрещенные вещества изымали из карманов, квартир и автомобилей. В основном наркотики распространяются через интернет, а их сбыт посредством закладок. Расчет происходит через электронные платежные системы, что осложняет процесс выявления дилеров. На учете у нарколога состоят около 100 граждан. При этом к уголовной ответственности за организацию поставок и сбыта наркотиков привлечено 17 человек. Был ранее судимый за кражу, за хранение наркотиков. С родственниками у меня стали проблемы быть, с родным братом, потому что я совершил эти преступления. Если бы я не совершил, было бы все удачно, все нормально. Потеря просто пройденной жизни. Дурная голова ногам покоя не дает. Хотелось всего сразу и без усилий. Кроме тюрьмы ни к чему это не привело. За прошедший год удалось обнаружить и ликвидировать 2 наркопритона, что, несомненно, является большим достижением полицейских. В этом году ситуация в городе существенно не изменилась. В структуре наркорынка по-прежнему преобладает марихуана, на втором месте синтетические наркотики. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ.